Привет, дружок. Как ты сюда попал, расскажи мне. Здесь же ворота закрыты. Вход по пропускам. Ну, взял и спрятался, чтобы я не приставала. Всем привет! Это самое синее в мире. И мы сегодня с вами идем к морю. У нас 15 января. И я вам покажу Каравелла Португалия. Это жилищный комплекс. Самое интересное. Сейчас вы увидите. Такого января, мне кажется, теплого не было. Так хорошо, тепленько. Ну, градусов, наверное, 12 это точно есть. Здесь можно снять комнату, продают. Вижу, продаю. И вот самое интересное. Смотрим. Камелия японская расцвела. Знаете, какая красота. Вообще, это январь месяц. Моему дружку надо открыть дверь. Стоит, виляет хвостом. Зайти зашел. Я же тебе говорила, пропуск нужен. А ты меня не слушал. Но это, наверное, девочка не слушала. Вот смотри. Друган, сейчас будем выходить. Пошли. Ой, ой, как ты рад. Все, выходим. Их ты! Боже, да ты тут три друга, оказывается. Вот кафе открыли недавно. Сейчас все тихо. Детей нету. Это только летом бывает. Здесь пенная вечеринка, тогда так весело. Вот впереди там бассейн. Но сейчас он закрыт, но у меня есть видео, я летом снимала, сколько стоит. И сам бассейн. Пальмы вот так призакрыли от холода, а вот там елочка стоит. Вот там объявление вижу, продаю. А это отель Генрих был. Теперь его продают как апартаменты. То есть можно купить и жить как в квартире. Он на берегу моря. Тут же магнитик. Хорошая локация. Так, двигаемся к морю. Сейчас пройдем мимо магнитика, слева будет, и выходим с каравеллы. Каравелла у нас заканчивается. Так, выходим. Так, Каравелле Португалии открылась туристическая компания, которая организует экскурсии в Сочи, в Абхазию, Красную Поляну. А вот Астория Гранта из Сочи в Турцию. У меня, кстати, есть видео, можете посмотреть, кому интересно. Я плавала, была на этом круизе. Очень понравилось.
Ну, не совсем там до третьего дойдем, там интересно нам. Ладно. Почему? Да, это. Набережная новая, прекрасная. Много гуляют, прогулка отличная здесь. Ну, сегодня воскресенье, поэтому еще много людей.